Всем привет. Вышло недавно обновление. Ну как недавно? Уже давно. Неделю назад почти. Не мог никак сделать ролик, чтобы показать, рассказать, про что это обновление было, что хорошего, что плохого. Но, знаете, я сам поюзал его, посмотрел и уже сделал какие-то выводы. Хорошо это, плохо это. Там в обновлении в том было две анонсированные вещи, такие значимые, большие. Это то, что нам всем вернули шкурки муравьев, которые мы потратили на открытие шестого навыка. И то, что теперь звезды как-то дополнительно могут усилить наш отряд. Давайте посмотрим вообще, что изменилось. Коротко пробежимся и сделаем вывод вообще, нужно ли это было, или же нужно было забить и оставить как было. Потому что, честно, мое даже мнение, оно неоднозначно. Я не могу сказать, что однозначно это было сделано хорошо или плохо. И смотрите, первое, да, что нам сделали. Нам вернули все шкурки, которые мы потратили на открытие вот этого навыка. Теперь сюда не нужен будет еще один дубль на лидер колонии, а достаточно будет просто одной оранжевой скорлупы. И вот тут как раз просто потрясающе то, что все дружно открыли шестой навык, у кого он не был открыт, а у кого был открыт, те получили по одной шкурке того самого редкого муравья, который был так необходим. Хорошо это или плохо? Но давайте разбираться. Если ты только начал играть, у тебя выпал один какой-то муравей, и ты не можешь им полноценно играть, потому что у тебя нет дубля. А тут вдруг раз, и он тебе выпал, этот один редкий муравей, и ты без проблем сразу его качаешь на максимум и спокойно им играешь. То есть для новых игроков это просто вообще супер. Это действительно очень полезная функция. Для старых игроков у меня он был открыт полностью, мне просто дали шкурку. Ничего не изменилось. С одной стороны. Но с другой стороны, здесь вот эта шкурка мы можем потратить на звезды. Одна шкурка, это звезды. У меня колесный был с 4 звездами. Благодаря тому, что вернули шкурку, я открыл ему 5 звезду. И да, конечно, колесный жук, ну и вообще те муравьи, которые вот действительно редкие, они шикарны. И им нужно давать звезды. Мы даем им звезды, мы прокачиваем, нам лучше. Вот эту шкурку, которую нам дали, как бы все равно нам нужно будет потратить на открытие 8 навыка. 8 звезды нам нужно будет потратить еще на одну больше, вместо 2 теперь 3 шкурки, и в принципе все в целом, ничего не изменилось. Только разница в том, что теперь на одном сервере играли сильные игроки, слабые игроки, какие-то фермеры прям совсем, которые играют тут веселую ферму, которые не раскачиваются, им это не нужно, у них свои цели в игре. И всем дали вот эту вот возможность прокачать полностью муравья. Слабые игроки стали сильнее за счет этого. Сильные игроки, те, которые сильно прокачивают, там стараются что-то делать, для них это никак не повлияло ни на что. Ну, по большому счету. Единицы, кому одной шкурки не хватало, там на какую-то звезду или еще что-то, но таких немного. Поэтому это обновление больше для новичков и для слабых игроков. Но это мое мнение, я никому его не навязываю. Далее, что еще у нас изменилось по муравьям? По муравьям изменилось то, что теперь обычные муравьи, старые наши, старая гвардия, плюс сезонные муравьи с острова, они ничего не поменялось, у них все так и осталось. Тут некоторые таланты просто изменили у муравьев сезонных с пустоши. Здесь переработали 3-4 навык, теперь дает 48% вместо 38%. 7 навык дает 48% вместо 38% также. Переработали еще 1 навык. Теперь звезда 1 навыка дает не 50% доп. Урона, а всего 25%. И 6 навык, лидер колонии, опять же, на звездах дает нам теперь 75% вместо 25%. То есть 6-7 звезды стали еще более полезными. Это хорошо. 8 звезду пока никак не изменили. Здесь все то же самое, пока ничего не меняется. Но, возможно, когда-то это поправят и 8 навык сделают особенным. Его даже можно, мне кажется, усложнить в получении 8 звезды.
но он должен сильно усиливать муравья. Тогда будет стимул. А сейчас у большинства муравьев восьмая звезда, она как бы не дает существенного прироста, а ингредиентов требует очень много. И получается, что самый выгодный вариант – это прокачивать 7 звезд муравью. И дальше, пока остановиться, лучше прокачать другому муравью несколько звезд, чем прокачать восьмую звезду одному. Ну, здесь, опять же, каждый волен выбирать все, что хочется. И еще вот смотрите, опять же, да, у нас звезды-то звездами, но был в прошлом обновлении еще там добавили новую функцию. Это прям вообще усиление отряда спецмуравьев. Вот здесь она находится, мы открываем и смотрим на какое-то чудовищное дерево, где у нас тратятся звезды. В моем случае это 22 звезды, да, немного, но все в процессе. Всего у нас здесь есть 12 муравьев. И только эти 12 муравьев учитываются, то есть не получится дать всем муравьям по 2 звезды и таким образом получить много звезд. Нет, учитываются только 12 наибольшего количества звезд. И за каждую звезду мы получаем одно очко, которое раскидываем вот в это дерево. Навыки здесь самые простейшие, то есть от защиты солдат, далее идет защита каждого класса, потом идет защита при вторжении, атака при вторжении. Ну, в общем, вот подобные навыки. Защита, атака, здоровье. Вот ну, у нас идет всем здоровье при обороне, здоровье при вторжении. Самые простейшие навыки, но которые в итоге дадут хороший бонус суммарно. Прям, знаете, действительно неплохой бонус. Даже на моих... На моем этапе развития это дает нам где-то по 4, где-то 12% защиты. Он, в принципе, очень даже неплохо. Прокачать его можно, и тем более просто так, ничего сюда не вкладывая. И вот смотрите, еще суммарно все, вот если подвести итоги, то получится. Раньше все гнались в большей степени за дублями. Для того, чтобы открыть навык шестой, потом дальше прокачать звезды. И немножко все подзабили на изящную эту чешую радужную. Потому что открыл ты по 7-8 звезд на каждом муравья из своей основы. Может быть, еще несколько звезд открыл ты на второй отряд. И все. В принципе, больше тебе эта изящка не нужна. А сейчас получается, что она в дефиците. Ее уже нужно вкладывать, и чем больше мы звезд получим, тем сильнее мы станем, опять же. Таким образом получилось, что опять начали все скупать изящную скорлупу эту для того, чтобы прокачивать дальше звезды. И, знаете, вот здесь мне как раз кажется, что все это идет к тому, что в ближайшее время еще что-то появится, может быть, появится какой-то уровень прокачки каждого муравья по типу, как с дикими существами. То есть мы прокачиваем уровень с нашему спецу и получаем какие-то очки, которые вкладываем дополнительно еще в небольшое усиление своей линии. Не знаю точно. Плюс также, помните, недавно был ивент с тлей. Очень интересный ивент, который зашел, прям действительно интересный, который стоит повторить еще, и я думаю, что его повторять все-таки не раз. Дали очень много ресурсов разных полезных, особенно там много корма дали, что самое полезное было. И все альянсы, все игроки протестировали свои способности, разработчики подстроили все, и мы дошли до какого-то максимального уровня дикого существа, которое пробили. Дошли до какого-то максимального уровня босса, где мы ходили рейдами, отрядами по всем альянсам били. Опять же, все это ведет к тому, что в игре нужно что-то менять кардинально. И, возможно, как раз все это приведет к повышению уровня. Но это не точно. Что ж, на этом пришло время прощаться. Да пребудет с вами сила. Всем пока!